Всем привет, с вами Кристалл, продолжаем Мега Sims 3, и на этот раз, как уже видите, как уже, наверное, заметили, вернее, мы находимся совсем в другом городе, и это случилось потому, что сейф обычного Симса, который мы играли до этого, полетел, но сохранилась только семья, но, увы, без всех навыков и так далее. Поэтому я решил, что придется, наверное, как-то продолжать играть за Мэри и Мэтта, и я решил их перенести в другой город, также поставил дополнительные дополнения, здесь стоят райские острова и все те же дополнения, что стояли в Student Life, University Life, о, Student Life, не то совсем. Поэтому сейчас будем играть в этом городе, как он называется, увы, завыл, ну, наверное, вы его найдете, если захотите. Так, ладно, вот, что-то зум не работал. И мы живем в таком вот домике. Так, сейчас паузу сниму, вот. Клевый домик, клевое место, просто обалденно здесь все выглядит, совсем все рядом. И также я уже здесь купил себе курорт. Он не обустроенный, правда, но вот он у нас здесь есть. И можно управлять, хоть в нем ничего вообще нету и пока что. Поэтому у нас есть еще деньги, которые дал нам Мэтт после того, как я его подселил, потому что... как бы Мэри пришлось поселить сначала Мэри, а потом подселить Мэтта. И деньги Мэтта пришли к нам. Я ничего тут не начерил, так что не думайте. Также надо будет найти им работу, наверное. Но пока что я думаю, что я вот чего не сделал, а именно у меня есть ведь мой офигенский котик, которого, увы, нет ни кормушки, ни спальни, поэтому надо все сейчас ему обеспечить. Как же я могу забыть про своего охранника? Охранника унитазов. Так, ладно. Какую же миску бы ему купить? Ну, пускай вот такая будет. Я думаю, что можно себе позволить неплохие вещи пока что. Пока я все деньги куда-нибудь да и не дел. Так. Наверное, второй этаж не стоит ставить. Вот поближе. Вот прям перед миской. Просыпаешься и сразу же жрать. Что обычно, кстати, кошаки делают. Так, в толкан... Толкан запихать что-то пока, кажется, у нас не выйдет, поэтому... ну, пускай, наверное, пока что здесь. Потом я... Хотя, стоп, можно ведь, наверное... Сейчас посмотрим, можно ли... если я сюда поставлю, то... О, вот так вот можно будет сделать, наверное. Сейчас попробую. Вот так вот, наверное, будет больше места. Блин, как-то неудобно встал. Уйди-ка отсюда. Оцелотик, давай вот пока сюда подойди. Да, вот иди. Все там, стой, не мешай. Так, теперь... Так, стоп, ванную. Ванную надо вернуть, а то это вообще какой-то ужас будет. Так, так вот он сможет залазить на нас тогда. Смогут залазить, вернее. И... Вот, вот так вот, отлично. Теперь точно все влезут, все смогут сделать. Офигенно. Теперь, думаю, все мы обслужили. Так, еды насыпь-ка, Мэри, то Мэтт насыпит, и потом оцелот у нас ничего есть-то и не будет. Оцелот еще наше. Так, играть в унитазе, выпить. Охранять нельзя? Раньше же мы охраняли унитаз, это было клево. Почему нельзя? Черт! Блин, ладно. О, господи, вот это у Мэтта голос был. Типа это Мэри так. В общем, выглядело так, будто бы это Мэтт так. Таким голосом. Писклявым. Так. Ага, вот у нас. Вот у нас наш курорт, который я сейчас буду пытаться обустроить. Улучшить. И здесь какой-то есть режим чертежами. Я еще ничего толком не знаю про райские острова. Я их просто... поставил, чуть-чуть почитал про них, но толком ничего еще и не разбирал. Вестибюль, пляж. А, то есть готовый вариант уже за определенные деньги. Ага. Так, интересно. То есть это у нас вестибюли. Это номера, спортивный зал, рестораны, бары, холлы, танцевальный зал, часовня, зона для вечеринок на свежем воздухе и зона у бассейна. Ага. Ну, думаю, что зона отдыха на свежем воздухе была бы просто обалденно здесь. Можно, думаю, было бы поставить сейчас это.
Потому что я пока не представляю, что я на свои деньги могу поставить, так как здесь все очень дорого, а строить самому я пока не умею. Мы потом это сделаем. Я надеюсь, что она принесет довольно неплохие деньги, это все дело. Поэтому поставим пока что какую зону. Здесь, кстати, не написано, что чем же это все отличается, только постановка, ну и, конечно же, сумма. Ну, давайте попробуем за 10 тысяч поставить ее. Вот сюда, наверное. Или как? Надо развернуть. Музыка, какого хрена ты становишься все громче и громче? Музыка совсем борзая какая-то. Так, и что, это превратится во что-то, нет? Так. Реализовать, конечно же. Так, все, сейчас самому, наверное, построится все это дело. Музыка, хватит орать! Я тебя все равно переключу, как ты не пытайся. Ну вот, как это все у нас выглядит. Ну, выглядит довольно клево, если честно. Можно было, наверное, перевернуть ее, но не думаю, что это особо важно. Так, принять. Так, и вот такую штуку, наверное, сделаем сейчас. Управление курортом, улучшить курорт, режим строительства. Так, и вот это вот... это, я как понимаю, здесь будет вся регистрация проходить, чтобы отдыхать здесь у нас. И поэтому, я думаю, надо сделать вот такую штуку. Так, дорого это стоит? Так, ну не особо вроде. Как бы это сделать нам? Я хочу, чтобы это оградилось как-нибудь заборчиком, что ли. Здесь, кстати, пол надо сделать прямо на траве, что-то как-то, по-моему, фигово будет все это дело выглядеть. Поэтому давайте так вот, что ли, сделаем. Или не так. Какой бы пол? Надо что-нибудь, наверное, посвежее выбрать. Какой-нибудь камушек поинтереснее. Не очень. Ну-ка, что у нас тут есть? Линолеум, каменная кладка. Каменная кладка. Нет, не очень. Просто камень, древесина, плитка, ковер. Ковер штирить точно не будем. Так, давайте тогда постелим камнем все это дело. Только каким вопрос? Попробуем. Попробуем вот таким, наверное. Не, это слишком какой-то. Ладно, тот вариант оставим. Не знаю, вот из такого камушка что-нибудь. Блин, все деньги потрачу на то, чтобы поставлю в один блок все это дело. Ай, почему-то мне кажется, что вариант, который я выбирал первым, больше всего смотрелся здесь. Так, вот такой вот и оставим, более-менее. Так, древесина, плитка, я не знаю, как-то надо эту кассу оборудовать или нет? Они вообще к ней будут подходить? Так. Ну, давайте пока поставим вот такой вот камушек. Вот так вот как-нибудь. Потом заборчик поставим, если каким-нибудь образом... Но это все равно будет как-то оградить, а то это выглядит как-то совсем по-дикому, поэтому... Так, открыть курорт теперь я могу. Так, выбрать униформу управления курортом, устроить рабочие... Так, нанять нового сотрудника в приемную. Так, Кристине Маки, Колет Симмонс, Брайан Хартмен. Хартмен. Может, Брайана возьмем? Давайте Брайана возьмем. Так, и что, я выбрал его? Все, он уже как без вопросов. Все, ты здесь работаешь, никак у тебя нет возможности отказаться. Так, управлять приемной, управление курортом, улучшить курорт, посмотреть отзывы, посмотреть финансы, справлять, открыть. Как открыть курорт? Хотя бы одна башня. Что за башня? Так, выбрать униформу, управление курортом. Так, управление курортом. Как много всего. Слишком трудно для меня. Так, режим покупки. Сейчас посмотрим, что за башня такая. Так. Для улицы. А для улицы ли это нам надо? Нам, наверное, чертеж нужен какой-нибудь. Так, стоп. Так, управление. Да стой ты! Управление курортом, улучшить курорт, режим строительства. Наверное, здесь. Так, вот это что? Общественные объекты. Этого раньше не было вроде. Так, пляжная башня. Это то? Что она такая огромная-то? Вот эта штуковина. Ну, давайте ее поставим тогда, если это оно. Вроде какой-то плюсик был, кстати. Сейчас посмотрим. Все, это то, что нам надо было, надеюсь. Так, управление курортом. Закрыть курорт. А, он уже открылся автоматически, как мы поставили башню. Что это вообще такое? Освежиться, остаться на ночь, активировать заказ еды в номер. Ну, это, наверное, клевая штука надо активировать. Так, изменить расцветку. Да они все хреновые. Смысл выбирать. Так. А как сотрудника тогда позвать? То есть он... управлять обслуживающим персоналом. Низкое качество. Ну, в принципе, цены, которые есть, меня устраивают. Либо мне их надо что-то
Саму назначить? Два. А, ну один. Ну, наверное, пускай будет низкого качества один. Я не знаю, что это такое. Так, опа, это кто? Это наш Байан Хартман? Байан Хартман. Так, и купить спрей от москитов, приветствовать дружеский. Да, я еще здесь сам могу отдохнуть за деньги, поди. Так, он... О, смотрите, наш первый посетитель, даже два посетителя. Надеюсь, это все-таки посетители, а не кто-нибудь там. Так, а, у нас еще вот здесь есть как раз тот товарищ, который у нас будет работать здесь, значит, пляжной закусочной. Эй, ты какого хрена ты зашла туда, я даже не заплатив денег? Или она... А, это, наверное, это платит за то, чтобы отдохнуть здесь, а пляжная закусочная у нас, получается, будет отдыхать кто-нибудь другой, и платят деньги они именно им. Либо она просто посидеть зашла. Просить позировать. Да. Туалет? Нет, у нас здесь нет туалета, наверное. А, нет, есть, смотрите-ка. Неприметный такой. Так, а то что можно купить? Выбрать униформу. Купить. Так. Так, давайте-ка выберем униформу. Стандартная униформа, испанский стиль, пляжный, официальный костюм. Ну, не знаю. Давайте им зададим пляжный, пускай будет как-то по-особенному. И что? Вы прямо тут решили развалиться? Да ну-ка, как пляжный выглядит. Ну, знаете, чуть лучше, чем официальный, потому что выглядит это как-то официально слишком для такого места, в котором какая-то задница мира просто куда. Вообще бы люди должны были не приходить, а они приходят. О, кошки, твой суп! Я услышал. Ладно, пускай у нас там все что-то делают. Я, наверное, буду получать с того какие-то деньги, надеюсь. А то потратить такую нехилую сумму в ничего будет, конечно же, обидно. Так, Ацелот, ты что, диван хочешь съесть у меня, что ли? Спать на кровати? А, ты хочешь спать? Что вы там смотрите? О, какой ужасный телек. Он в черно-белом еще показывает. Ё-моё, мы владеем курортом, но у нас телек такой, что вообще... Так, ладно, что ж, надо пока найти работу им эту и... А, так, стоп, это что, старая газета? Да не выглядит как-то старой вроде. Почему, интересно? А может, у меня нет ничего в багаже? Нет, у меня есть диплом об окончании средней школы, потому что здесь стоит University Life, и поэтому у нас есть этот диплом. Так, кровати-то надо разбить, а то они друг с другом спать-то точно не будут. Так... Ну, на этот раз, я думаю, Мэтта можно поселить где-нибудь тут. Не будем на это раз поселить на улице. А, спальный мешок? Слушайте, я придумал обалденную кровать для Мэтта. Когда он получше, когда он заработает кровать получше, я ему куплю кровать получше. Все-таки главным персонажем он остается Мэри. Давай, иди спать. И ты, Мэри, давай спать. Так, а я пока послежу за курортом. Пока мы ничего такого не можем делать. Так, где у нас курорт? Я его вечно теряю. Так, что это за значок? Управление курорта, посетить месте управления. Улучшить, посмотреть отзывы. Так. Этот курорт лучшее, что есть в городе 0 дней назад. Если только вы не соберете... Если вы только не соберетесь улучшить курорт и поставить несколько джакузи, ноги мои здесь больше не будет. Хочу признаться, на отдыхе я ем очень мало, поэтому выбрал этот курорт из-за спортзала. Все кончилось сильнейшим разочарованием недели. Ну уж извините, знаете, курорт построить это вам не очень легко. Яма с горячими грязями была отличным разочарованием. Этот курорт не очень не хватает джакузи на этом курорте. Плохо с едой, закусочная поможет решить эту проблему. Ну, в общем, всем надо есть и джакузи. Это главное в этом мире, походу. Так, посмотреть финансы курорта. Брайан. Доход. У нас больше расход, чем доход. Это плохо. Очень плохо. Это надо исправлять. Опять музыка орёт так, как будто бы, не знаю, настройкам. Вообще плевать, надо было в микшере поправить, тогда бы точно звуки не были. А я поправил звук только в игре. А и в игре вообще, по-моему, плевать на все это дело. Так. Управление курортом. Улучшить курорт, посмотреть отзывы. Так, управлять служащим, закрыть. Задать стоимость проживания на курорте.
доступно. Умеренно. Дорого. Ага. Давайте попробуем дорого. Что мы из этого получим? Я должен получить больший доход, я думаю, из этого дела. Ну, будет ли кто-то ходить сюда? Как мне говорит мой опыт из второго Симса, когда я ставил дополнение с бизнесом, то все, что дорого, никто это вообще никогда не купит. Даже если вы единственный магазин во всем городе, но никто у вас больше этого не купит. Оцелот, ты какого хрена спишь у меня на столе? Смотри, Мэтт ведь съест тебя. Не заметит и проглотит. Так, Мэтт, ты выспался? Так, пойдешь в ванную? Кстати, да, тут самое главное изменение, наконец-таки, в том, что я изменю. Блин, как он смешно выглядит в своем коконе. Глядишь, бабочка очнешься. Тут наконец-таки вернулась цензура у меня. Не знаю, каким образом она отпала в предыдущей версии, но сейчас этой цензуры она есть наконец-таки. Это здорово. А то я не мог смотреть на попку Мэтта. Это было очень страшно для моей психики. Так, курорт. Управление курортом. Посмотреть отзывы. Так, никто больше отзывов мне не говорит. Так, посмотреть финансы курорта. Доход, расход. Да, черт! Я плохо управляю курортами. Че, на данный момент не помеет никому помочь? А где все? Кто туалет нагнул? Ты че, совсем что ли? Кто там так нагадил-то, что туалет разорвало? Люди-бомбисты, блин. Так. Надо будет искать, походу, нам... Так, стоп, нет, не это. Работку и... Так, задай стоимость проживания на курорте. Пускай будет доступно. И сейчас будем искать работу тогда, опять же. И после этого будем все вкладывать в наш бизнес, наш курорт. И заодно, кстати, надо будет потом самому в нем отдохнуть, а то иначе смысл от курорта, на котором ты сам не можешь отдохнуть. Такс. Все, они уже, можно сказать, выспались. Сейчас ускорим немножко. Надо было, кстати, поругать Оцелота за то, что он... Смотрите, сейчас будет цензура! Цензура, наконец-таки, она есть! Блин, это ж просто я все время камеру отворачивал, чтобы не видеть кое-какого дела. Так, двухзвездочный, она хочет этот. Так, стоп, надо сначала работу певицы. Для этого нам надо бы... О, что это такое? Университетский... точно, нам же здесь приходил из университета и давал. Давали нам рекламу, так сказать, что у нас есть университет. Давайте-ка к нам. Так, вот как можно приказать охранять. Так, Оцелот, все. Ты должен охранять этот толкан, он важный в этом доме. Один из главных вещей. Так, газетку нам все еще не принесли. Да гоните газету! Газета очень нужна, иначе развитие всей моей семьи закончится очень печально. Смотрите-ка, охраняет ведь. Ох, товарищ, ты принес не счета, гаденыш хренов. Как бы я тебя... Что, Мэри, смотришь мое видео на ютубе, да? Да? Что ты там смотришь? Да, мое видео на ютубе. Это, по-моему, из второго Симса или что это? Я не могу понять. Слишком маленькая картинка. Да ешь 1080p, Full HD. Качество, чтоб я все видел. Что-то у кота над головой было. Любовь к туалету. Дать понюхать руку. Все, фу, воняет. В туалете же, ты после туалета руки-то не моешь. Это укрепляет отношения. Ну да. Так. Глянь. Стоп, нет, нам принесли газету или не принесли, только счета? О, пацан, ты спасешь меня! Наконец-то газета! О, да, работа и профессия, выбрать профессию. Давай нам профессию. Обалденную профессию. Блин, кстати, как круто выглядит этот дом вообще в таком стиле классном. Стащусь, хотя он дорогой был такой. Так, спасатель появился у нас профессия, но спасателем будет Мэтт, потому что он просто... Настоящий спасатель Малибу.
Хотя я думаю, что если они увидят, что Мэтт попытается кого-то спасти, они просто сами скорее утопятся. Выберите сценическое имя для исполнителя. А что он предлагает рандом? Чисто из интереса. Птичка клёвая? Вы чего? Какая тебе птичка клёвая? Клёвый. Кики-вамп. Селия Вояж. Сиськер Дакинстон, блин. Аромат многоголосая. Господи, что это за название? Вот это генератор. Блажвамп. Знаете, как я это ее назову? Эйдорогофамирагомако. Эфидоримарифамамако. В общем, это никто не выиграет, и поэтому это будет просто офигенно. Даже я не могу это выиграть. Начинающий исполнитель. Эйдорогофамираго. Ну, мы живем где-то здесь, в таком городе, что я думаю, это будет нормально. Кстати, здесь есть какая-то штучка, надо будет потом пойти посмотреть, что же это такое там. Так, давай, зумируйся. Ага. Так, стоп. И... Так, ты газету съела? Отдай газету. Мэтту тоже надо. О, спухленькие ему газетки нужны. Так, узнать погоду, читать работы и профессии. Найти работу. Нет-нет-нет, стоп, не работу. Так, мы будем искать, наверное, не работу, а профессию. Мне очень понравилась профессия спасатель, поэтому я не... Так, слушай, блин. Все, да, ты будешь спасать людей, а вот ты... Воспитывать, ругать за то, что ты... Что? Я не могу ругать за то, что она... А, любишь приключения, запрыгнуть наверх. Ну я не хочу как бы наказывать за то, что животное любит приключения. Приключения-то круто всегда. А если животное не будет любить приключения, то это будет не круто. Так. У нас есть, значит, выпускник курсов первой помощи. Нам нужен будет спортивный навык и обаяние. Ну, думаю, можно это обеспечить. Хотя, на чем опять же? На телевизоре можно, наверное. Хотя это будет не особо-то... Так, ну давай будешь качать мышцы через телек. И зеркало у нас есть в случае обаяния. Так, что ты вообще хочешь? Может, мы тебе что-нибудь разовьем, какой-нибудь навык? Так, ты хочешь курорт также? Ой, стоп, нет, Египет пока рано, у нас денег нету. Хотя обязательно в него съездим. А может, съездим еще и за другого персонажа. Кто его знает. Так. О, черт, я вспомнил этот... Эти звуки с этого телевизора. Кстати, он все-таки цветной оказывается у нас. Только представь себе такое видеть вот в окно. Вот просто вы проходите мимо, допустим. Видите вот это. Толстого, накачанного парня. Который еще и занимается при вас. О, господи. Я думаю, мне бы было очень плохо. Так, музыкальные открытки мы можем доставить или нет? Раньше вроде все время были. Или, мол, у нас уже как бы не так все это, то не так все хорошо, поэтому. Так, не хочу я никакие подсказки пока. Отстань. Не смей вылазить. Все. Я его угомонил. Так, доставьте музыкальные открытки. Никто мою музыкальную открытку не хочет. Да отстань! Чертовы подсказки. Лезут и лезут. Так. Я могу посмотреть, получить денежку с него? Я вообще хоть какую-нибудь денежку получил за все это дело? Так. Создать заказ на униформу для работника? Собрать доход с курорта. Блин, мы ничего не получаем с этого курорта. Эх, печаль. Туалетах он починил там нам? Да, починил. Нет музыки. Нет музыки. Забавно, что я могу так вырубать у них музыку. Так, управлять прием. Нет, стоп, не хочу. Шутка. Я хочу посмотреть, может, мы как-нибудь можем что-нибудь придумать.
нас еще один обслуживающий есть. Как-то их слишком много. Так, управлять обслуживающим персоналом, представить финансы курорта. Доход. Куда весь доход уходит? Пляжная башня. Зарплата обслуживающего персонала. Администратор. Закусочная. Работник закусочный. 50 баксов. А хотя нет, нормально. Стол. Яма с горящими углями. Блин, почему яма так дорого стоит? Так, зарплата обслуживающего персонала. Если я это выключу, думаю, это будет не очень клево. Так, яма. Настроить температуру. Обжигающе. Я думаю, еще пожар случится, так вообще будет. Так, пляжная закусочная. Закать качество еды. Так оно и так низкое. Ничего не придумаем. Так, нанять нового сотрудника в закусочную. Восстановить рабочие смены в закусочную. Нет, не то. Нам надо как-то денежку сделать так, чтобы мы получали ее побольше. При этом не расстроили никого. Сильно так не... Так, да отстань, не хочу ничего управлять. Я хочу цены посмотреть. Все, значит, никак у нас пока не получается. Пусть пока просто будет. Потом, может быть, что там народ наберется, каких-нибудь отзывов нам наговорить хороших. Хоть там все дешево и ужасно. Так, ладно. Давай, помоешься у нас. И так, работа. Все еще никто не хочет, чтобы мы им спели. А, ну, тогда я думаю, что стоит самим этим заняться. Что же еще сделать-то? Гитарку нам надо будет. Так. Гитарка. Где-то моя гитарка. А это что? Что это такое? Лампа спектра настроения? Ого, господи. Так, гитара, я не вижу гитары. А, вот она, отлично. Подешевле-то нету, 600 баксов это прям вообще. Так, я думаю, пару... Нет, ковер-самолет я оставлю дома, это офигенная штука. Тем более, я только сейчас узнал, что он есть, но это же офигенно, ковер-самолет дома. Так, диванчик ты пока... Ой, кресло ты пока уйдешь от нас. И я думаю, пока что все. Больше пока ничего продавать не надо, 200 баксов есть, и это хорошо. Все, сейчас будем развивать навык, потом можно будет работать уже более-менее. Так, купить для курорта водяная горка для бассейна. Блин, это надо купить, это офигенная штука. Строить представления изычевые в качестве певца. Тоже можно. Стрит-арт. Галерея. Ну, давайте вот это сделаем, потому что это больше у нас получится. Так, давай ты гитару заберешь. Бери гитару! Все, отлично. Я уже боюсь представить, куда я запихал. А, так, ох ты, парк-то как рядом. Еще и в центре, считайте, в самом таком месте. Кстати, как у нас тут выглядит? Ну, парк парком, не особо круто. Как я думал. Так, выступать за чаевые надо нам. Так. Это кто? А без кустуя? Да это вообще какой-то военный, ё-моё. Так. Да какой подарок? Я хочу за денежку получить за все это дело. Так, певец. Выступать за чаевые, да, вот нам. Хотя бы чуть-чуть навык надо набирать. Ну что ты не поешь-то? Выступать за чаевые. Ну. Так где тебе места-то не хватает? Повыше-то забраться не можешь, что ли? Так, певец. Выступать за чаевые. Вот. А до этого типа так трудно было дойти, да? Как бы нас тут здесь случайно не спихнул. Не, ну смотрите, как клево она встала. Да хоть скриншот делай, а. Здорово выглядит. Так, ладно, ты тут давай зарабатывай, нам денежки очень надо. А, Мэтт моется у нас. А, да, тебе очень надо мыться, ты же занимался у нас. Набрал хоть навык-то? Так, где он? Где навыки-то у нас? А, у нас еще никаких навыков. Ты столько времени на телеке! С телеком занимался и ничего не получил. Ох ты, денежки покапали. Первые деньги, наконец-то. Хотя мы и тогда в прошлом сейве не имели много денег. Поэтому, в принципе, надеюсь, здесь будет получше с курортом. Что мы заработаем. Что там? Вау, этот я камеру на 360 развернул. Так, ты что там делаешь? Нам все счета не пришли. $103 счет, за что? За что вы так? Не обижайте ему это. А то он придет к вам в гости. Так.
Ну что ж, думаю, на этом будем тогда заканчивать. Если вам понравился данный мир и вы хотите больше летсплеев по такому вот Симсу, то ставьте лайки, комментируйте и можете еще в группу ВКонтакте вступить и на канал подписаться. Главное, конечно же, чтобы вы ставили лайки, потому что так я понимаю, что вы хотите, чтобы я продолжал все это дело. Без лайков я не продолжаю, как я уже говорил много раз. Поэтому не забывайте ставить лайки. Это важно. Ага. Ну, в общем-то, все, наверное. Надеюсь, вы не расстроены тем, что я изменил мир. Но выше пришлось, сейф полетел, и я уж никак восстановить не смог. Я ж пытался. Ладно, все. Удачи, спасибо за просмотр.